Доброго времени суток, катаны, с вами Юга, и сегодня такой невероятно экстренный выпуск. А с чем он, собственно, связан? Рассказываю. Сегодня после того, как отстримил ретро-стрим Parks Fatalis, решил запустить БДО впервые за день. Вчера была профилактика, днем я уезжал по делам, игру не запускал, компьютер был выключен, как бы вечером, буквально часов 11 сегодняшнего дня, я только добрался до игры. Соответственно, проверить налоги, не пойти пофармить. Но что же меня ждало? Что же меня ждало сегодня, когда я запустил непосредственно гимнетовский лаунчер, мне нажал начать играть, у меня вылезло очень интересное окошечко, которое вы сейчас сами, собственно, и увидите. Вот. И оно гласило следующее. И ваш аккаунт заблокирован. Информация о причине и сроке блокировки отправлена на e-mail, указанный вами при регистрации. При выяснении вопроса обратитесь в службу поддержки по адресу. Буквально там в течение там, 10 минут я отписался к Эму, я отписался в службу поддержки. И к чему вообще это видео? Я не могу сказать, как скоро решится моя проблема разбана, вообще с чем она связана. На e-mail письма никакого я не получил. Причину блокировки, соответственно, я не свою не знаю. Что могу сказать? И стрим завтрашнего дня, соответственно, под вопросом. А будет он или не будет, все зависит от оперативной работы товарищей службы поддержки Гимнета и непосредственно КМов. Вот, собственно, и все. Вот такая информация, немножко сухо и как-то немножечко грустно такое. В общем, узнаем, что будет завтра. Не забывайте подписаться на ютубчик, не забывайте поставить лайк, не забывайте... Не знаю, увы, от количества лайков скорость разбана не увеличится, но мне будет приятно знать, что вы меня поддерживаете. А самое главное, не забывайте про Twitch и Good Game каналы. Там тоже ждут у вас самые свежие теплые стримы от Юга Шоу и приятное настроение. Увидимся на просторах Черной Пустыни, как меня разбанят. Всего доброго.